Юные полваны боролись за титул абсолютного чемпиона. В Ембеши-Казахском районе прошел областной турнир по казах-курюсе, посвященный 90-летнему юбилею почетного гражданина района, ветерана спорта Аскарбека Рахимова. В состязаниях приняли участие старшие юноши и девушки из разных уголков нашего региона, рассказывает наш спортивный корреспондент. На соревнования в Енбекши-Казахский район приехали свыше 120 борцов из 8 регионов нашей области. Свое мастерство на ковре показывали спортсмены от 14 до 17 лет. Свой юный возраст они компенсировали ловкостью, спортивным азартом и жаждой борьбы. Я уже 2 года занимаюсь казахской национальной борьбой. Был чемпионом и призером районных, областных и республиканских соревнований. В этом турнире были хорошо подготовленные соперники. Но мне удалось стать победителем весовой категории до 48 килограммов. В будущем хочу стать известным борцом. Организаторы подчеркивают, казах-курюсе был выбран для этих состязаний не только как один из увлекательных видов спорта, но и из уважения к традициям. Этот вид борьбы является одним из самых древних у казахов. В современном Казахстане данное искусство также пользуется большой популярностью, а соревнования по казах-шакурюсе входят в официальный календарь республиканских турниров. Очень много чемпионов по казах-курюсе вышли именно из аулов и районных центров. Чемпионаты и турниры по этому виду спорта делаются сейчас выездные именно в районах нашей области для того, чтобы развивать национальную борьбу в сельской местности и привлечь как можно больше сельских ребят к занятиям этим видом спорта. Если говорить о подготовке юных спортсменов, то с каждым годом их мастерство в борьбе растет. В юношеской возрастной категории на схватку дается 5 минут. За это время нужно успеть уложить соперника на спину, используя подсечки и броски. Здесь важна не только сила, но еще и скорость и реакция. Акбапе Алькожа продемонстрировала весь свой запас знаний в технике борьбы и стала победительницей весовой категории до 45 килограммов. Я приехала на эти соревнования из Райымбекского района. Участие в этом турнире для меня большая честь. Уже 5 лет я занимаюсь борьбой. Правда, начинала с дзюдо и самбо, а теперь совершенствуюсь в казахской борьбе, казах-курюсе. Мечтаю стать мастером спорта международного класса. Победители этих противостояний поедут в Карагандинскую область на официальный чемпионат Казахстана. Лилия Штогрина, Аманжол Жумарт, телеканал ЖТСУ.